Hey, yo, guys, с вами Шумки, и мы продолжаем проводить игру под названием Darksiders 2 Death Edition. В прошлой серии мы с вами попали в часовую башню, да, мы были в часовой башне. А, лабиринт судьбы душ, даже так. Прошли несколько испытаний, у нас еще, как обычно, есть горнило. И мы отправляемся все-таки в город мертвых. Новая эта локация или нет, мы узнаем с вами сейчас. Увы, она закрыта. Окей. И что вы тогда предлагаете? Поговорить с статуей? Ага. Ух ты. Ну ладно. Ясненько. Значит, мы делаем с вами так. Хватаем. Но он ее не отпускает, ведь так. И с этой стороны. Так, отлично. Захворал я немного, конечно. Ну, погнали, посмотрим, как он выглядит внутри. Город мертвых. Исследуйте город мертвых. А, то есть это уже и есть город мертвых, да? Это просто как локация. Так, слышу кого-то там здорового по звукам. Это невозможно. Так, у нас есть три хила. Вау. Это два дракона. Так. Можно было, в принципе, заранее отхилиться. У нас 209 тысяч. Так, вижу что-то крутящееся там. Но эти приятели нам не проблема. Ай, только вот что, мой персонаж не хочет уворачиваться от атак. Он любит принимать. Отходим. Так, с одним справились. Добивание. Вау, вау, вау. Блин. Немного не тот, который мне нужен. Ладно. Ну пробил. Ну нахера ты защищаешься, давай. Вау, вау, манил. Бац! Молниеносный удар делает, тварина. Бац по лицу. И главное его атаку не пробить. Почему я тебя так слабо пробиваю? Главное, бью сильные. Очень сильные атаки. Ну, пробивает его слабо. О! Уже не сожрешь, потому что ты уже мертвый. Так, здесь у нас, как обычно, кнопочки. Так, заберу то, что там лежит. Страница мертвых. Там у нас светильники. Блин, я так подумал, давайте мы вернемся обратно. Я отхилюсь до фула. И подберем те хилки. Так. Что? Они пропали?
Мана, тебе постоянно бывал хилки и не собирал, чтобы потом прийти их, типа, и забрать. Ну окей. Так. Теперь мы возьмем еще одного. Вот этим. И заберемся наверх. Готово. Так, врата открыты. Возвращаемся в прежнюю форму. Если есть скелеты, значит где-то должны быть призыватели. Так, ключик нужен. Нужен ключик. Здесь... Не, здесь есть какой-то проход. Тогда досмотрим, что здесь у нас. Так, закрыто. Откуда-то дух взялся. Так, и там у нас какой-то проход есть. Ну, получается, нам только... Одна дорога, это там, где разрушена стена. О, есть. Пойдем наверх. И у меня есть возможности две. Куда пойти? Сначала пойдем наверх. Ага, все, хорошо. Тогда побежали сюда, если у нас там нету ничего. Так, нужно... Да, светильник нужно найти. Светило, светило, светило. Довольно мрачновато место. Там что-то новенькое. Я это что-то новенькое хочу забрать. Ну только как? Так, рычажки. Какая-то летающая херовинка. Так, добро. Не, это не вариант. Сейчас будет размывать, да, меня дам. Значит, где-то что-то еще лежит. То, что я не вижу. Ай-яй. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Можно сделать так. Я поставлю тут сразу впритык. И как обычно я наебаю систему. А, так она не сверху, она снизу фигарит. Окей. Как мне тогда эту фигню провернуть?
но это не открывается. Наверх мне не пройти. А, стоять! А я могу... А, я только с помощью нее могу передвигаться. Так, обидно. И толкать я тоже ее не могу. Плохо, плохо, плохо. Ну тогда я ничего не понимаю. Ага, при смерти, скорее всего, и по удару меня сразу телепортируют. Мне нужно понять, как забраться наверх. Может присобивать свою статую, как вариант, стоять. О! Иглы Лича. Костяной владыка использовал это оружие, чтобы свергнуть Аргута. Аргула. Так, несложного короля. Созданное из костей его лучшего воина, это... окружено разрядом молнии, который так поражает врага при каждом ударе. Удар иглами лича наносит урон противникам, вытягивая из него энергию ярости и передавая ее владельцу. Так, окей, посмотрим на них. Ну, херня. Что сказать? Зато достал их. Да, видите, там с манипуляциями, вот этими подъемчиками, препятствиями можно типа залезть как-то. А вот здесь я все равно как-то не пойму. Как это все? А, стоять! А если я сделаю вот как, смотрите. А, то есть оно и статую, да, тоже двигает? Окей, тогда это не вариант. Тогда все это не вариант. Блин, но смысл мне сюда идти, если туда не могу попасть? Мне нужно вытащить вот эту решетку. Но как я ее вытащу, если я не могу туда передвинуться? Я могу только с помощью одного вот открыть врата. Все. Тут нету нигде печати, чтобы я мог вызвать помощников. Ничего такого. Вау. Как все сложно. Да, меня тут просто развеивает. А, тю! И даже мне не сказали, что... Я думал, там и этот, блин, просто заросшая. Все тогда нормально. Так. Ага, все. Мне тогда нужно немного статуи передвинуть. Тогда немного передвинем статую. Что? Как она закрылась? Я ж поставил блок. Что за идиотизм?
Хорошо, делаем тогда другим способом. Ты действуешь на плиты? А, его пол... Его нельзя до конца довести, я вас понял. Что за дерьмо? А что мне тогда с тобой делать? Камон. Я серьезно не понимаю. Все, я понял. Все, я понял. Зачем так сложно придумывать? Сука, я не на ту нажал, ё-моё, как мне... Чёрт. Давай, 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 давай. Ну, слезь. Отлично. А, фу, я на этой стороне. Я потом меня опять тут в ту сторону перекинуло. Окей. Делаем это другим способом. Что здесь ценного? Как украшение. И больше ничего. Возьму с собой на всякий случай. Вдруг пригодится. Ага, это где вот это личи можно были перчатки получить, все. Ну я своим их способом достал. Более новым, более улучшенным. Ты что, суицидник? О, косы. Так. Теперь вопрос. Нахера мне сюда? Окей. А, так это не то место с перчатками Лича? Просто я помню, там под перчатками Лича тоже был типа вниз спуск. Так, ну это понятно, это дело с ключиком. Да. Так, там ворота закрыты. Еще один хил. Так как я уже понял, что хилы пропадают, поэтому лучше их сразу юзать, если есть лишние. Так, вижу место полета. А мне, в принципе, только туда и нужно. Бег, прыжок. СВЕЕ. Какой-то снова пароль. Падение вниз. Тихо, спустись.
Слева нету, справа есть какая-то яма. Тихо-тихо, я понял. Давай доводим до конца. А, это дело все на время. Хорошо. Это все на время. Страница еще одна. Давайте я заюзаю копию. И попробуем это дело провернуть. Ага. Окей. Значит, с помощью копии это не вариант. Она очень быстро передвигается. Очень быстро. Как это сделать? Ладно, пытаемся тогда номер два. Черт. Мне кажется, это тоже не выйдет. Мне по сути... Ага. Ну блин, ну... У меня же двери закрыты. То есть, понятное дело, что я сюда попасть никак не могу. А снизу там, в принципе, тоже ничего такого нету. Ой, замудрено. Почему он упал вниз? Зачем ты упал вниз? Челик. Хера. Я что, падал вниз разве? Я около ямы стоял. Пока что самое замудренное место. Хер пойми, куда идти. Опа. Если не развесить, то будет хорошо. Так, сундук. Так, брюлик на магию. Ой, а мне другого способа нету, как туда попасть. Вы это осознаете или нет? Вам попробуем отсюда. У нас там прохода нету. Здесь какая-то фигня. Не понимаю. Я не понимаю. Я думал, типа, я отсюда смогу открыть, но... Я отсюда тоже открыть не могу, нифига. Если бы сверху открывались двери, было бы намного легче. Там ворота у нас закрыты. Туда я не могу попасть. Так что уж слишком далеко.
Тай. А у меня ж печати призраков нету, тю. О чем я? И как мне это делать? Он вместе с статуей двигает. Ладно. Попытаемся так. Фу-фу-фу-фу-фу. Ну меня туда показывают, обратно идти. Черт, там кажется, что-то есть. Вот там кажется, что-то уже есть. Ну, походу, я либо скрипт какой-то сломал, либо я не знаю. Но если туда падаю вниз, то у меня просто все сразу сбрасывается. Так. Ага, все. На самом деле что-то какой-то пиздец. Непонятный. Какой-то непонятный пиздец. Ну, возвращаемся тогда обратно. Я не знаю, как можно до такого додуматься, чтобы именно так сделать. Так, все отлично. Понесли. Так, готово. Бежим дальше, денежки не забываем. Только вспомни дорогу, правильно я бегу или нет. Кажется, правильно. Да, правильно. Правильно, правильно, правильно. Теперь мы можем сделать раз, это поднимем. Давайте поднимем. Только что он мне даст. Ага, это двухсторонние врата. Я лучше пойду за страницей. Еще две странички надо. Вот опять, он опять это делает. Все. Пробегаем, смотрим. Где-то здоровенный пес скелетный. Или это эти драконы? А, это эти драконы. Надеюсь, они дружелюбные. Очень сильно буду на это надеяться. Прыжок. Здесь, не знаю, на таком большом расстоянии достает, а вот там не мог достать. Вблизи, когда я вот, помните, через мост хотел перебраться. Так, сундучок первым делом. Когти не буду брать. Хотя ладно, возьму. Если что, продам. Ну, мне более кажется, что я буду это выкидывать дело. А, летающие твари. Нихера их сопит.
О, добивание. Ох ты ж манать. Она упала, просто сдохла. Серьезно, ты летаешь? Дурочка, ты летаешь? Как ты могла сдохнуть от падения? Ой, стоять. А там что, нету решетки? Она убралась. Так, реликв. Ну, это, если что, я могу создать духа. Потом заюзать рычаг, поэтому это попозже. Зачем динамит? Что здесь такое, чего я не вижу? Так, походу я прав. Сейчас будем это делать. Создаем клона. Один у нас пойдет сюда. Один пойдет открывать нам дверьку. Так, теперь юзаю руку. И этим мы идем сюда. Побежали наверх, пока меня не убили. Ага. Она загрелась на того меня, да? Это хорошо. Так, теперь я понял, зачем мне динамит. Она же меня не может, по идее, убить, да, пока я там сижу? Она не достает. Если не достает, это значит хорошо. Но я все равно должен сюда как бы пробежать, посмотреть, что здесь. Все. Осталась только она. Блин, очень молот медленный, но урон значительный. Он медленный, но значительный. Так, ловушки, значит, бегать от стены к стенке. Либо мы дверь откроем, либо решетку. Одно из двух. Либо то и то. Так, в первом случае это у нас спуск вниз. В втором случае это у нас проход. Спуск вниз. Спуск вниз, это куда стоять? Ага, все, я вспомнил. Здесь уже у нас было закрыто. Не, какой-то город мертвых очень маленький. Ну уж слишком. Thank you.
жутковатая музыка, но ничего ценного. Только немножко денег. И то очень редко падают деньги. Кристаллы я пока что не в этом здании вообще не нашел, в этой локации. Все, мы открываем решетку и мы открываем дверь. Да? Отлично. Так. Заскриптованное падение. Арена. Я вижу чудика там. Ну, мы с ним уже дрались, в принципе, поэтому... Ау. А вот это может быть плохо. С тремя. Ух. Я тогда с одним как бы справился, а тут прямо три. Ладно, если что, использую ульту. Ох, минус два. Пока он вставал, нужно бить. Давай, бей! Об землю! Вот зараза. Давай, давай, давай. Получи. Короче, когда он не отбивает вот это, он начинает быструю делать. Поэтому он довольно легким становится. Давай этих двух чудиков, да, вы запускаешь? Одного только. Но это другой немножко, да, по виду какой-то. Или тот же. Ну хотя бы один. Ай. Тихо, нормально. Вау-вау, что это была за быстрая атака? Ну его можно крутить хотя бы. Ай, зацепил огнюк. Ух ты, пулеметчик. Не успел, не успел. Убил двоих. А, тогда все в порядке. Я думал, типа, сразу двоих выпустят. В кубочках троих. Ну, все обошлось. Я не могу. Так, вот это уже плохо. Я должен был по времени их убить. Логично, это логично убить сначала того, кого я уже коцал.
Ай-яй-яй, не успел. Блин, а главное это сбить хер никак нельзя. Тихо. Ладно, это фигня. А вот это вот... Тихо, 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 тихо. Рука. Отлично. Отлично. Так, дроп попадал. Ожерелье, оружие, косы. Перчаточки. Фиолетовая броня. Это не возможно. Возможно. Очень хорошие на самом деле пока что эти. А ну-ка. Померим их. Ну, хотя бы посмотрим на них. 48 защиты, 37 сопротивления, 9 силы. Защиты много. Крит урона хороший. Сила повыше будет. И нахождение золота, в принципе. Я думаю, лучше их одеть. О, меня еще плюс сейчас апнут. Блин, нужно было хил... Хотя, посрать. Что? Вау-вау-вау, я понял. Время бежать. Нельзя терять время. Соглашусь. Быстрее, быстрее, быстрее. Охренеть! Мы не цепляемся. Это постоянно будет заставка теперь? Походу, что да. Это помните, как мы с лавой тут пытались, мучились? Здесь, походу, та же ситуация. Ну и куда вот? Куда он полез, блядь? Ой, короче, похуй. Я пытаюсь, блядь, по стенке побежать, он лезет наверх. Как идиот. Как идиот. Беги, 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 беги. Шустрее. Вот опять, ну что это за фигня? Ну ты что, пробежать не можешь? Шустрее, шустрее, шустрее. Все, отлично, отлично, отлично. Успел. Успел. Но пройдем уже этот город мертвых. Так, сундук. Очень хороший сундук. Понятно, что это там будет карта. Ну, оно так и есть. Там либо ключ, либо карта. Больше не дано. А мне это не нравится. Так. Там сколько? 5 атак, да? Свалим, свалим. Бац.
Бац! Новый уровень. Ништяк. Новый молот. Так, баночка ярости. Еще арена. Вау, что-то новенькое. Что это за херовина? Какие-то отравленные людишки у нас. Ох, окей. Ярость еще не пропала. Скорее всего, она пропадает, когда мы заходим за двери какие-то. Там же, типа, под загрузкой идет, да? Так, а вот эти вот мне отравленные, блядь, не нравятся. Этих что-то расхерячиваю, как не знаю кого. Бац! 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 Урна разбита, все готово. Еще кто-то. Все, идем выше. Так, вижу сундучок. Скорее всего, он снизу. Там таракашки, да? То есть у меня вниз это обязательно. А если это так, значит. Хотя. Непонятно. Но сундук снизу. Огромяный фонарь. Ага, сзади взрывчатка. Пойдемте обратно. Пойдемте вниз. А, да, там можно подняться, значит, все нормально. Если можно забраться, значит, все в порядке. Вилка. Еще один топор. Так, сразу переключаюсь на руку. Чуть опять ультимейт не нажал, который я не юзаю. Ну, сложность у меня нормальная, поэтому... юзаем чисто на босса, и то оно там урон не очень такой уж значительный. Это чисто, чтобы, знаете, если хилок не будет, чтобы не сдохнуть. А, вот и хилка. А вот и сам хил. Так, двери. Ну тут уже досмотреть нужно, что есть. Все, да? Больше ничего. Ладно, тогда погнали быстро в этот. Город мертвых. Город.
Походу я он почувствовал, что я сюда иду. Ага. Так. Давай без драки, что ли, здесь? Серьезно? Ничего себе. Окей, здесь нужен клон. Первым заберем сундук. Вторым мы пойдем открывать. Готово. Так, еще где-то здесь сундук я вижу. Речи. Только вот где он? Этот сундучок. Игра нам решила умолчать. Типа где-то там, но не там. Может быть наверху. Как вариант. Так, взрывчатку еще нужно найти, чтобы голову освободить. Поехали. Ага, вижу. То есть это в одну сторону, да? Так, я думаю, может, в принципе, на этом закончить. Сколько тут еще карты? Да, она большовато. Давайте, ладно, тогда на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.